Лагранж, доказывая, что любое натуральное число представимо в виде суммы четырех квадратов целых чисел, использовал такой факт. Для любого простого числа p существуют целые x и y, такие, что x квадрат плюс y квадрат плюс 1 делится на p. Мы это уже доказывали при помощи принципа Дирихле, а именно отдельно рассматривали квадраты, оказывалось p плюс 1 пополам штук, и отдельно рассматривали выражение минус y квадрат минус 1. Разумеется, их столько же. И говорили, что два множества, в каждом из которых p плюс 1 пополам элементов, невозможно разместить без пересечения в p-элементном множестве. Но смотрите, как можно было сделать то же самое при помощи критерия Эйгера, отличного вычета. Посмотрите. Предположим, что такое сравнение никогда не было. Нет таких чисел x и y, что x квадрат плюс y квадрат плюс 1 делится на p. То есть всегда не сравнимо. В таком случае вот это число, это будет не ноль и не квадратичный вычет. Значит, символ Лежандра будет равен минус единице для любого x. Но по модулю p мы можем заменить символ Лежандра на степень минус x квадрат минус 1 в степени p минус 1 пополам. Заметьте, это сравнение должно выполняться для любого x. То есть от 0 до p минус 1. Всего p вариантов. А здесь стоит многочлен в степени p минус 1. Потому что x квадрат вот, при возведении в такую степень даст как раз p минус 1. Многочлен в степени p минус 1 не может иметь p корней. Потому что p больше, чем p минус 1. Между прочим, сам Лагранж именно так это доказывает.